Так, ну чё? Ну чё, ребята? Покупаем? Старт. На русском языке. Подождите. Блять, у меня налички нет. Ёбаный свят. Или есть, есть, есть. Чё-то есть. Двадцатка есть, ребята. Так, ну чё? А что нам нужно? Подождите. Карточка MetroCard. Получить новую. Unlimited ride. Сколько, блядь? Не, подожди, у меня всего лишь $20. Хотя я, наверное, по карте смогу оплатить. Я бы на месяц взял. Все равно придется кататься. А, или на 7 дней. Так, подожди, $127, это в рублях сколько у нас? Это скидка. $127. Чё, ебать? No. Да подожди, ты не пищи, блядь. 10 тысяч на 30 дней. 9 тысяч. Ну, если сравнивать с такси, то это очень дешево. Похуй, возьмем на 7 дней пока. Банковская карта. Банковская карта, блядь. Ставьте свою карту. Go. Да ё-моё. Ну... Так, оно не может обработать какого-то черта, блядь. Сейчас тогда по-другому попробуем. Денег не хватает, ребята, на метро. Так. Так, ладно. Давайте за $11 тогда. Не знаю, что это означает, вот эти вот ваши $11, блядь. Стоимость новой карты всего к оплате 12. Так. И шо, вот сейчас я двадцатку закину, и чё? То, что за 127 еще и автобусы включает. Да она все включает в себя. Абсолютно. Так, ну давайте, куда тут деньги-то вставлять? Сюда? Ну хавай доллары, ёб твою, а. На, хавай. Хавай. Ты че, блядь? А че такие? Че, не понравилось? Ты че, сука, блядь? А что тебе надо? Я что, должен ровно 12 поставить? О! Ебать, я выиграл в казиноче, ребят, посыпалось. Да не пищи, блядь. Да не пищи ты, блядь. Да иди нахуй. Да я взял сдачу. Выводи. Все. Сейчас задепаем еще сюда немножко. Ебать. Так. Сейчас надо... Господи, блядь, тут не метро, так другой что-то шуметь будет. Это вообще трэш какой-то. Сейчас, ребят, маску надену. Так.
Да. Опа. Опа. А кстати, что у вас это в итоге в России, в Москве по карантину? Школьники снова в школу ходят? Или все еще карантин, все еще каникулы? Или все закончилось? Просто сегодня уже 9 число. Или продлили карантин? Как в итоге дела-то обстоят? Ходят? То есть уже все? Все? Ходим, дистанционка, ходим. Дистанционка, блядь. Все, кайф закончился, короче, да? Ну, ёб твою мать. Эх, блядь, ну ладно, чё. Ебать, что такое? Что-то она на агрессии, по-моему, нет? А Боба говорит. А Боба. Чё, блядь? Она стоит и говорит, а Боба. А Боба. Боба. Так, давайте попробуем пройти. Чего, блядь? Да ёб твою мать. О! Так, Манхэттен. Кони Айленд. Манхэттен. Нам нужен Манхэттен. Сейчас, минуточку, чат открою только. У меня чат сдох. Все. Не, в Бронкс я не хочу. Вот такая тут лестница на метро. Кто? Че, кто? Да она не мне эйкала. Ебать, тут солнце светит. Ёб твою мать. О, какой видок зато открывается. О. Опа-на. Так, что же, давайте прогуляемся по этим местам. Так, ну это не тот поезд вроде. Он нам не нужен, по-моему. Или это он? Куда ты едешь-то, блядь? А я не понимаю, куда он едет. Мне надо на Манхэттен. А я не понимаю, куда он едет. Так. Оху, садись. Не-не-не, все выходят, это конечное для них. Он едет в другую сторону от Манхэттена. Уж это я точно знаю. Нам надо вот сюда садиться, вот с этой стороны. А этот едет типа в другую сторону. Это едет на этот самый. Короче, блин, я разберусь. Я тут живу, я знаю. Так. Да что ж так людей-то много, ё-моё. Школа медицинских профессий. О, едет.
Лил Нас прошел. Ну да, он живет на Брайтон-Бич, вы не знали? О, это нам надо вроде. Хотя тут написано Куни Айленд. Я не понимаю, блин. Короче, садимся сюда, все. Сейчас, возможно, F будет. Давайте я лучше постою и поснимаю из окна вид. Сейчас, минуточку. Так, ну пока вроде нормально. Мы в целом-то недалеко едем. Пару станций. Лагает. Отличный вид из окна. Да. Кайф. Во, ничего себе, какая трасса. Я предлагаю тут выйти, я просто не помню. Может быть, следующая станция уже под землей будет. Я, конечно, вернусь, но на это потребуется какое-то время. Еще одну проедем. Блин, а тут стена, даже показать нечего. Киберпанк 2000. Еще одну. Давай рискнем так шибить. Я так шибить рискну. Блин, тут немного эфается интернет. На этом присутствует. Следующая станция Багратионовская. У них нет Wi-Fi. Московское метро лучше. А если говорить про чистоту, внешность, то да, лучше, конечно, да. Но здесь метро, оно круглосуточное, и ты можешь добраться до любой точки в Нью-Йорке. Так что, да, смотря с чем сравнивать. Ну что, выходим? Я, пожалуй, тут выйду. Какая-то станция очень странная. Ну ладно. Попробуем выйти. Куда я приехал, я не знаю. Возможно, это какой-то гетто. Ебать, там чел в
голову в окно высунул. Так, мы находимся на станции Neck Road. Ебать, тишина какая. Кайф. Фу, солнце светит. Балдеж. Ебать, жарко, пиздец. Градусов 20, наверное, на улице. Тепла, естественно. Galec Road. Так, что, давайте попробуем спуститься. Надеюсь, у меня там... Ой, блядь, пизда, все нахуй. Так. Подожди, а что это за хуйня, я не пойму. Тут перекрыто, блядь, подожди. А как мне нахуй выбраться-то? А что за хуйня? Там какая-то линия натянута. Я в тупике, ребята. Меня заблокировали. Я думаю, что они угорают? А тут, оказывается, я не могу выйти. Я чуть нахуй не застрял, чтобы вы понимали, она обратно не крутится. Я чуть не застрял между вот этими штуками. А что, нельзя выходить? Здесь тоже везде эта хуйня. Чё, блядь, происходит? Чпапиму няня, ёбаная нахуй рот, блядь. Чё за хуйня, блядь? Это метро на карантине или что? А чё такая? Куда идти? Вот тут открыта дверь вроде. Хотя хуй знает, закрыта. Всё, пиздец, блядь. Ну, пойдёмте вернёмся, поедем дальше на следующем поезде. Ты можешь пролезть. Я понимаю, что могу пролезть, но... А вдруг я сейчас пролезу, и тут сразу полицейский такой, в наручники меня, хуяк, и все, блядь. Не, я, наверное, поеду дальше. Что за хуйня, помогите, блядь, я застрял в метро. А я дальше поеду, похуй. Это знак, что нужно дальше ехать, по-любому. Нам что-то намекает, понимаете, свыше, и говорит, что, ну, лучше вот на следующей станции, здесь хуйня. Реально. По-любому. Это намек на то, что надо ехать дальше. Пиздец тут все. Локация недоступна, ребята. Я пока ее не открыл. Мне еще надо пару миссий выполнить, и она откроется. Понимаете, да? Так что это... Это баг, перезапусти миссию. Да нихуя это не баг. Вон, поезд едет, все нормально. Сейчас сядем. Представь себе, стою, значит, в банкомата, хаваю бабки, выдаю билеты. Ну, как всегда, тут за угла выходит этот ваш стример. Блядь, заебали уже. Ну, я и чё? Рельс так и манит. В смысле? О, подожди, он вообще на другой стороне едет. Бля, это не тот поезд. Ну ёб твою мать. Ну и пошел ты, блядь. Ну и валяй отсюда нахуй. Завтра у Масленникова игры в кальмары выходят. Вы, кстати, видели трейлер игры в кальмары у Масленникова? Там пиздец. Там трейлер, блядь, круче, чем сериал, нахуй. Ну все, получается, мне надо как-то до завтра, короче, купить сегодня ноут. Как-то все это подключить, настроить. Как не видели. У него в Инстаграме трейлер вышел. Игры в кальмаров, в которой я принимал участие. Соответственно, мне надо успеть до завтра все сделать, чтобы подрубить реакцию. Ебануть. У меня там контента на месяц вперед уже накопился, блядь. Столько реакций можно, столько игр.
Хотя из игр новых я знаю только Crab Game. Который можно попробовать. Alienware или MSI? Не, я хочу взять ноутбук этот. Razer Blade. Вроде так называется. Который продается только в Америке по итогу. 11 числа выйдет? А, видос 11 числа? Чё? Свинку Пепу надо еще допройти. Бля, у меня после маски нахуй. Какие-то, я не знаю, остаются полосы на лице. Здорово. Одиннадцатого он писал. А, да? Сейчас вас подкину. Опа. Ебать, солнце. Ой, бля. Бля, я хуя не вижу. Так. Ты гондон. Тебе, блядь, сейчас как... Вот так вот, нахуй. Вот так вот, блядь, тебя об стену. Извинись быстро, за шо? Всем привет, с вами Хесус, и мы сегодня снимаем видеоблог из Нью-Йорка. Сейчас я нахожусь на станции метро, мы сейчас поедем на Манхэттен, вот, будем покупать крутой ноутбук, он стоит 4 или 5 тысяч долларов, но мне похуй, я его куплю, я куплю всю Америку. Ребята, всем привет, здорово, я долбоеб. No cringe! Да, блядь, сфоткали? Сфоткайте с мусоркой. Ветер на деньги? Бля, ребят, ну-ка, это то, что мне нужно и необходимо для того, чтобы существовать дальше. Как стример. BTS? В смысле BTS? Где? О, блядь, реально! BTS. Круто. Так, метро едет. Но только не мое. Да, блядь, где мой поезд-то, ебаный свят, блядь? Там метро закрыто, не выйти. Здесь поезда не ходят. Что за хуйня, блядь? Как мне теперь выбраться из этого тупика, я не понимаю. Может, это, нахуй, пойдем отсюда уже, я что-то как-то хуй знает. Что-то я не хочу уже ждать. Лучше я реально перелезу и все. Просто, ну, я не знаю, сколько тут что ждать поезд. Мы какую-то вообще не ту станцию выбрали, не тот поезд. Сейчас заблужусь, блядь. А, ну ладно. Закончишь ты. А у меня сейчас это, телефон сядет, надо на зарядку поставить. Ладно, идем. Слышь, смотри, порвали нахуй. Ну все, значит можно. Подожди. Все, можно спокойно идти. Отлично. Не, она порванная была. Все, я думаю, это уже не актуально. Странно, почему ее сразу не убрали. Блядь, что это вообще за район? Какой-то вообще странный район. О, школьники едут. Причем они реально вон в автобусе сидят.